А, переливчики. Тебя можно снимать? Ничего? Я же с ФСБ. Нет. Так он сам себе это самое, не палец уже показывает, поэтому что. Ну, все равно. Так. Это я тебя не фотографирую. Потом. Поваленное дерево увидел. Вроде недалеко от копий. Ну, посмотреть, может, что-нибудь есть в корне дерева. Меня хлебом не корми. Дай только что-нибудь поискать. Ой, скользко-то как. Дождь, сыро. Так. Что у меня тут? Какой-то кларчик. Что это? Ничего интересного нет. Болотина какая. Вообще пасмурно, прохладно. Такая погода хмурноватая. Да еще этот мелкий дождик. Интересного пока не вижу. Ну, жильный, жильный. Он, Саша, отличается очень сильно от медвежского перелифта. Да. Как небо от земли. Но, тем не клад, не клад, клад, клад. И халцедоновая корочка еще, да, сверху. Да, халцедоновая корочка сверху. А вот смотри, какой вот красный. О, тоже неплохой, кстати, перелифтик. А вот смотри, какая корочка. Ага. Вот. Не просто так. Никто про просто так и не говорит. Да, вот-вот. Нормально. Переливчик такой своеобразный. Водички не хватает, да, ведерко? А что, можно? Там вода есть. Ну вот. Уже интересно. Такие шапочки, шишки. Вымыть так вообще. Классно будет. Ну тут гематит. Это не пойму, что тут, что такое в этой же яме. Вообще интересно тут. Мелкие кристаллы. А вот, вот еще что-то. Что. О. Ну такой булдыган-то как вести? Как тащить?
Вот всякие осколки. Осколки, осколки. Мыть надо, может что-то проявится. Вот тоже кварчик. Так. О, это уже что-то. Это уже что-то. Даже поблескивает. Понять. Ну где же конец-то ямы, чтобы целяк-то найти? В целом-то интереснее ведь копать. О, пожалуйста. Ну, мышка-то зачем? Ну, ладно. Пока выключимся. Это я, по-моему, откладывал. Только хотел сказать, что солнце исчезло. О, оно вновь появилось. Правда, лес стоит сырой, такой прохладный осенний лес. Валежника много. Дох, или на и больше.